Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым випуску. Сьогодні у Мазыры пройшла обласная координаційная нарада по боротьбе со злочинностью и коррупцией. Своё 30-годие сьогодні означає ветеранский рух Гомельской области. Практично усе районы нашего региона распачалі посяўную кампанію. Споживецкие правы у лічбовую эпоху. Так у гэтым годзе гучыць тема сусветнага дня обороны правоў спажыўцоў. А зараз об гэтым и іншым больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня разглядел кадровые пытания. У приватности керавник державы узгоднил назначение генеральных директоров шерагу предприемств нафтопромыслового комплекса. На посаду гендиректора Мазырского нафтоперапрацовчего завода узгоднены Виталь Павлов. Открытое акционерное товариство «Гомель Транснафтодружба» узначалить Олег Пачынак. До теперешнего часу яны займали посады отповедно наместника старшини концерна «Белнафтохим» и наместника старшини Гомельского облвыканкама. Протягиваем выпуск. Сегодня у Мазыры прошла областная координационная нарада по борьбе со злочинностью и коррупцией. Необходимость ее проведения выкликана ростом колькости забойств и тяжких телесных пошкоджений, особливо у Мазырском районе. У причинах и следствах этой изъявы разбирался Олег Сентеров. По выниках минулого года Мазырщина стала одним из самых криминогенных районов в области. Только забойство тут зарегистрировано 15, это самый высокий показчик в области. На протягу года рост этого вида злочинства плюс 650%. Статистика свечит, как правило, злочинство супрот життя и здоровья громадян здесняющие люди, которые нигде не працуют, зловживают спиртными напоями. Значная частка их ранее притягивалась до криминальной отказности. До речи, в том же Мазырском районе, после вызволения из места узневоления, праца уладковывается только около 10% былых осужденных. Нельзя сказать, что об асоциальном ладе життя таких людей никто ничего не ведает, а где часто домовится помеж собой об скоординованных денег по профилактике злочинности, разные ведомства не могут идти просто не ожидают. Только один факт. Летость на Гомельщине зарегистрировано больше 90 злочинств, у тем лику 4 забойства, которые здесь психично хворые люди. И они повинны были находиться на специальном улику и под постоянным доглядом, але оказались никому не подконтрольными. Правда, шукать виноватых на этот раз никто не собирался. Под час посяджения означается, сегодня самое главное – выпрацовать алгоритм совместной работы по профилактике злочинности. На уровне райисполкома, на уровне РОВД, именно на районном уровне, в принципе, работа есть, и она, ну, как проводится. Где-то недорабатывает участковая служба милиции на низового уровня. И сельисполкомы. Советы охраны правопорядка, общественный пункт охраны правопорядка тоже недорабатывают. Вот почему и ситуация. Выработан сейчас в настоящее время прокуратурой района алгоритм действий. Особливая увага. Профилактика у сферы семейно-бытовых отношений. Миновито у семьи здесняется каждое третье тяжкое злочинство. Причем тычется это как мужчин, так и женщин, которые так само нередко заявляются забойцами, где наносят тяжкие телесные пошкоджения. Для обороны потерпелых проводятся горячие линии и открываются так званые кризисные покои. У их могут сносить часовый притулок громадяне, которые потерпели от насилия. Иншая справа, что не все погоджаются звертаться за допомогой. Нехто задержит от злочинца материально, нехто боится физически. Расправы. Навод при отсутности заявы с боку потерпелого прокуроры могут возбуждать криминальные справы, але робить это далеко не заусёды. Хоть по великим рахунку, усё это следство. Головное ликвидовать причины, причем працевать в этом накерунку необходимо больше рашуче и усим затекавленным бокам. От правоохранных органов до установ охова здоровья и эдукации принятие плана совместных действий подай головный выник координационной нарады. Основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений против жизни и здоровья граждан, являются пьянство, незанятость, бытовая неустроенность. Реализация комплексных мер воздействия, таких как ограничение в дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. Направление в лечебно-трудовые профилактории, возбуждение уголовных дел превентивной направленности. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель» из Мазыра. На наступном тыдні на Гомельщине начнут проводить мини-кермаши вакансий. На их будут пропановывать варианты працаўладкавання для людей пэўнай специальности. Плануют так само кермаши для особных категорий громадян. Например, для людей, которые вышли из места у позбавления воли. Такие пропановы огучены подчас посяджения у областным комитете по праце, занятости и социальной обороне. На ими шла размова про шляхи выканания доручения президента Беларуси.
Нагадаем, Александр Лукашенко доручил до 1 мая вырашить пытание працаўладкавання усіх беспрацоўных. На протягу ближайшего месяца кожному непрацуючому необходимо предоставить варианты уладкавання. С этой нагоды кірмашы вакансий в районах в области будут проводить как минимум раз на тыдень. Каждый будет отзначен певной профессийной или социальной тематикой. Информацию про их зробить максимально доступной. Значного увеличения вакансий чакают сбоку организации агропромыслового комплекса. Начинается посевная, начинается сезон сельскохозяйственных различных видов работ. Конечно же, будут вводиться новые единицы в любом хозяйстве. Или зимой, когда работников надо было, наверное, раза в два меньше. Или сейчас, когда начинается сезон. Поэтому, конечно же, будут создаваться, вводиться новые единицы и потребность так скажем, трудовых ресурсов будет увеличиваться. Как поведомили у Комитета по сельской господарстве и харчаванию облвыканкама, ранняя весна сприяет проведению полевых работ. Их распачали, как и плановалося, 1 соковика. Штодня господарки рыхтуют до сяубы каля 6 тысяч гектаров полев. У основным уносятся минеральные и органичные удобрения. Гэтая работа проведена на 30 тысячах гектаров. Каля 6 тысяч уже засеяно ранними яровыми. Для Гомельской области, где у опошнего года назирается недохоп вильгати, важно провести сяубу яровых культур у максимально короткий термин. Свое 30-годие сегодня означает ветеранский рух Гомельщины. Громадская организация ветеранов нашего региона, как особная структура, начала существовать после 1986 года. До этого была часткой Советского комитета ветеранов войны. Подробности ее истории и сучасности в материале Ганны Ковалевой. Историю своего самостоятельного жизни ветеранская организация Гомельщина отличивает с 14 соковика 1987 года. Ее первым старшиней стал Рыгор Денисенко, герой Советского Союза, удельник Великой Отечественной войны и наставник Юрия Гагарина. Сегодня, на жаль, шмат кого из активистов ветеранского руха в области уже нема с нами. Але память про их заховывают последовники. Так, день 30-годового юбилея ветеранского руха Гомельщина в областном центре начался каля вечного огню. Тут актив громадской организации молодое поколение усклали до мемориала кветки и вянки. Сегодня, конечно, у нас большой праздник ветеранов. 30 лет ветеранской организации. У нас сегодня 1119 первичных ветеранских организаций и 27 организаций, в которые входят районные, гомельские, городские, у них 5 организаций и областная. Их активисты в этот день встретились на урочистом сходе. В зале так само представники улады и інших громадских объединений. Подвести выники, заохватить лепших и вызначить планы. Серед новых направлений работы – пошук и поддержка ветеранов, уродженцев Гомельщины, которые после войны по воле лёсу опынулись далеко от родимы. Еще один накерунок – налаживание сотрудничества с ветеранскими организациями інших краин и умоцование миротворчих отношений. Я сердечно поздравляю товарищей. Я второй раз в Гомеле. С наступающим вашим праздником! Желаю каждому ветерану еще долгих лет жизни, отличной, хорошей работы, и чтобы мы дальше были плечом к плечу вместе. Материальная поддержка, оздоровление, допомога у побыти, организация вольного часу и патриотичное выхование молоди. И это только частка працы, якую веде организация ветеранов. Сегодня она объединяет всех ветеранов войны, працы, узброенных сил и правоохранных органов, которые проживают в регионе. А это больше, как 373 тысячи человек. Спасибо им за ту работу, которую они делают, конечно, в меру своих сил. Чтобы они еще долго приходили к нам, помогали, подсказывали, и чтобы мы пока будет возможность, могли выполнять то записывание, что у нас в уставе и в законе Республики Беларусь по работе с ветеранами, с пожилым населением, в общем. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня с официальным визитом у Гомеля находится представник управления Верховного комиссара ООН по справах беженцев у Республики Беларусь Жан-Ив Бушарди. В ближайшие дни он планует обмерковать актуальные пытания со специалистами областной организации Червоного Крыжа и управления по громадянству и миграции. У пункте часового размещения психологической и социальной адаптации беженцев Жан-Ив Бушарди встретился с людьми, которые сейчас ходатайствуют о предоставлении обороны в нашей стране.
Многие из них были вымушены покинуть свою родину из-за военных конфликтов. Сярод наибольш хвалюющих их пытаний, как отримать статус беженца в Беларуси и что робить при отмове у гэтым запыте. Как працалоткаваться и отримать у нашей краине жилье. До того ж, многие у Гомель приехали без семьи, и их хвалюя магчимость узъяднаться с родными, якія знаходятся за межами Беларуси. У целом, у 2016 году с просьбой о предоставлении притулку у Гомеля и в области звернулись 160 человек. Больше граждане Украины, Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии. Мы часто приезжаем с визитом в Гомельскую область, в частности в город Гомель. В прошлом году с пунктом временного размещения психологической и социальной адаптации беженцев мы заключили определенные договоренности по предоставлению с нашей стороны необходимого оборудования. К примеру, кровати для лиц, проживающих здесь. И вот сейчас мы приехали узнать о том, как обстоят дела в данном пункте, а также поинтересоваться, какая поддержка и помощь необходима людям, которые обрели здесь временный приют. Спажывецкие правы у лишбовую эпоху. Так у гэтым годзе гучыць тема сусветнага дня обороны права у спажывцов. Яго по традыции означают 15 сакавіка. Гандаль у интернете – один из наибольш динамичных рынков. У Гомельской области працуе каля 700 интернет-крам. 7 годов тому их было 8 разов меньше. Мэтанакіраваная работа по повышению культуры и якости обслуговывания жыхароў региона идет постоянно. У минулым годе упанаважаны ГАР и райвыканкамов разглядели каля 900 зворотов на тему обороны правоў спажыўцоў. Частей за все скардятся на якость товаров, культуру обслуговывания и работу интернет-крам. Если говорить о тех обращениях, которые поступали к нам именно в областной исполнительный комитет, то это порядка 138 обращений поступило к нам. При этом где-то порядка 40 поступили в электронном виде. Основные жалобы, конечно, направлены на защиту своих прав. И большая их часть рассматривается именно в пользу потребителя. Завтра у рамках Дня споживцов в Гомельской области будут працавать гарачие телефонные линии, а так само специальные консультационные пункты. Их организуют у гандлёвых объектах. Сегодня у Гомеля отбылася акция «У новый мотосезон на технично-справном мотоцикле». Профилактичное мероприемство провела областная держаутоинспекция совместно с мотоклубом «Железные браты». Сегодня у Гомельской области зарегистрировано больше, как 67 тысяч одинок мототехники. За минулый год по вине мотоциклистов отбылося 19 ДТЗ, у яких 2 человеки загинули. Все лето здарэння не зарегистрировано, и как статистика заставалась становчей, важно звернуть увагу мотоциклистов на технический стан их транспортных сродков. Перед тем, как выехать на линию, ну, стать участником дорожного движения, ну, желательно проверить транспортное средство. Но если водитель в этом чуть-чуть сомневается, то считаю нежелательно выезжать на линию, ну, и пройти технический осмотр, что мы это проводим акцией и подтверждаем. Перед стартом сезона поездка на диагностичную станцию – обовязковая процедура. У Вогуле справа не у высоких штрафах за отсутность отзнаки техогляду. Справность техники – одна из головных умов безопасности на дороге. Наша задача как мотоклуба – помогать новичкам, помогать молодежи не отступиться, остаться как бы живым в этом сезоне. К сожалению, печальная статистика, что практически большинство, кто гибнет, это молодежь, которая не осознает опасность этого транспортного средства. Тем более заряженный спортивный мотоцикл, спортбайк свыше 1000 кубов, он несет с собой очень сильную угрозу. Сегодня у День православной книги в Гомельской областной библиотеке имени Ленина отбылся историчный квест «Храм мудрости учора, сегодня, завтра». Его мета – нагадать молодым людям историю з'явления друкованной книги на Руси. Команды подорожничали в лабиринтах книгосховища, сярод музейных раритетов и скарбов, сустракались с героями книг и историчными персонажами. По закончении квеста отбылось театрализованное открытие выставы «Город майстров и книгодрукаров эпохи Франциска Скорины». Областной библиотеке так само подарили макет книги белорусского першадрукара, вырабленный педагогами и навученцами школы мастерства города Гомеля. С нагоды Дня православной книги так само обвешаны конкурс «Православие – моя надея», организованный Гомельской епархией совместно с областным отделением Союза письменников Беларуси. Путь в веру, наверное, у каждого свой. И нам бы очень хотелось, чтобы книга, библиотека стала именно той точкой отправной, которая приводит человека в храм православия, в храм духовности. Библиотека – это тоже храм мудрости, храм духовности, храм науки.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.